Пафосно, громко. Проект участника группы кино Юрия Каспаряна. Сейчас на сцене более 50 музыкантов. Проект из себя представляет исполнение хитов группы кино в симфонической обработке. Впервые в истории российского футбола. Вы свидетели. РЖД Арена Черкизово. Начинаем! Симфоническое кино! Хорошо, успешно.
Thank you.
поднимайте шум у Черкизова! К сожалению, из-за погодных условий музыканты вынуждены на время оставить эту сцену, но как только дождь закончится, мы продолжим дальше. Поэтому, если есть место в шатрах, занимайте его там. И еще раз поддержите артистов! Воу-воу-воу!